Все, капот стоит. Мы их будем насиловать. Вчера я установил капот, подрезал. Подрезал, когда не подрезал. Вот я остался только разметил. Подрезал это крыло. Ну, я могу туда подогнуть сегодня. Купил вот такие пластинки, чтобы сделать из них крепление для фар. Крепления будут прикручиваться болтиками к кузову, чтобы можно было крылья снять, а фары оставить. И потом это все будет проваливаться. Все, поехали. Так, ну вот я тиранул. Да, сейчас такая фигня. Вместо восьмерочного девяточного поворотника надо поставить грантовские. То есть надо вот эти отверстия вот доработать нафилем вот таким образом. Берется нафиль и протачивается. Сейчас я с этой стороны уже отметил. Вот, это круглое отверстие оттачивается в квадрат. Ну, на гранте они полностью идет полоска такая вот. И вот здесь вот этот круг. Вот, я сделаю здесь квадрат, здесь не будет ремышку перебирать. И вот этот круг вырежу здесь. Это отверстие тоже надо за квадратик. И все. Поклевал, здесь уголки подрезал, подогнул, тут будет доварен кусочек, тут тоже подогнул угол, здесь зашпаклевал, все, сутки пусть сохнет, и завтра обточу. Вот под клиновский поворотник все прорезано. Подровнял. Так, вот начал работать над капотом. Нарезал вот такие вот две железки. Это из крыши другого автомобиля вырезано. Это как жесткость идет. А вот это вот будет верхняя часть, верхний кусок капота. И вырезал полоску, я ее уже прихватил обычной электросваркой, полторашка электрод, и на слабом токе потихоньку прихватывал. Это будет как для сварки, так, наверное, не видно, потом переверну капот, покажу, для сварки просто подложка. Вот сейчас эту жесткость приварю вот сюда и переверну капот. Когда переверну, надо будет его поставить, наверное, примерить на место.
И уже жесткость сперва подрезать по, ну, по нашему контуру, а потом уже варить вот эту верхнюю часть, чтобы с жесткостью ее потом или склеить и подвернуть, за это заклепать. Вот пока вот так вот. Так, ну вот как подварился капот, я его уже поставил, прикинул, зачистил шов. Шовчик вот такой получается. Я думаю, еще герметик сверху. И это. И закрасить. Сейчас вот он закрытый. Это внутренняя, это жесткость. Она будет внизу. Нормальная, ну, верхняя лицевая часть, она будет здесь вариться в стык. Это подложка. Подложка стоит, чтобы нормально проварить. То есть внахлёст кладу. Сюда внахлёст, сюда в стык. И провариваю. Все. Ну, сперва, конечно, надо выставить ее, вымерить, чтобы как надо здесь. То есть вот, вот и жесткость, которая, она должна мне показать все границы. А уже лицевая часть, которая наваривается, она будет чуть-чуть с припуском, чтобы можно было подогнуть. Вот. Ну, тут немножко вверх надо выгнуть, мешает. Здесь мешает кусок бампера. Пластмасска. Ну, я думаю, тоже ничего страшного. Прикрутится, прижмется. Так, ну что, вот еще один день прошел. Я подварил капотик. Это уже верхняя часть. Здесь немного яма, придется рихтануть. Вот здесь вот такая, такой вот бортик выдавил. Он сходится с этим, с углом, с поворотом. Ну, тут сплошняк. Варим вот этой сваркой. В общем, электродуговой обычной. Электроды двоечка. Вот такой будет типа вестовский уголок. На гранте-то этого нету. На гранте здесь капот чуть-чуть повыше. Вот. Ну, мне показалось, так будет симпатичней. Ну, так, вокруг этой пары идет. Здесь это жестко все попроваривал. Но я, скорее всего, буду сверлить, чтобы сейчас, ну, здесь небольшие бугорки, железо повело, ямки выдавить. Попросверливаю, повыдавливаю. Эти отверстия останутся, чтобы как бы вентилировалась эта пустота. Вот. Ну, основное, конечно, это вот эта вот яма. Ну, теперь же вот. Вот она, эта яма. Надо ее вытягивать. Ну и придется поклевку брать. Первый номер волосатую. Чтобы все это подтянуть нормально, чтобы потом не полопалось. Потому что здесь получился небольшой такой порожек. То же самое повело капот. Порожек все равно получился. Так, видно, не видно. Такие дела пока. Так, вот шпаклевка с, как она называется, стекловолокно, волосатая шпаклевка, короче, позакидал эти ямки. Ну, где-то вот здесь вот слой не больше 2 миллиметров. Здесь, да, немножко больше, где-то 2-3 миллиметра, короче. Ну, еще шкуранется. Предварительно, конечно, отстучал здесь. Саморезы прямо в жесткость закрутил, оно поднялось, все простукал. И ямка эта вся вышла практически. Ну, здесь то же самое сделал, 4 самореза. В общем, шпаклевки, в принципе, немного. Ну, что тут тоньше слой был. Поднялся вот этот бортик, поднялась вот эта вся ямка. Эта ямка поднялась. Ну, уже лучше. Все под линейку, все красиво. Thank you.
Не очень красиво. Просвет тут есть небольшой, но это уже, наверное, чуть-чуть простой шпаклевкой сделаю. Так везде все допустимо. Нормально. Но все равно плюс еще финишный слой делать. Подстынет. И шкурану уже будет видно все ямки, все эти.